Профсоюз врачей может отказаться от идеи выразить недоверие министру здравоохранения и премьеру. Сегодня на встрече с профсоюзами Лаймдата Страуема пообещала найти дополнительное финансирование для отрасли уже в этом году. Объем дополнительного финансирования премьер-министр в ближайшие недели должна согласовать с Минздравом и Минфином. Тогда профсоюзы проведут с ней повторную встречу, на которой и примут решение, выражать или нет недоверие премьер-министру. Однако медики предполагают, что с главой правительства удастся найти компромисс. Цель профсоюза – добиться, чтобы на здравоохранение правительство выделяло 5% от ВВП. Сейчас отрасль получает 3%, это на 500 миллионов евро меньше. В Латвии примерно 10% населения из-за бедности не могут позволить обеспечить себе медицинский уход. В соседних Литве и Эстонии таких людей в 10 раз меньше, то есть примерно 1%. Поэтому двигаться к 5% от ВВП на медицину нужно достаточно быстро. Речь не может идти о прибавке в несколько десятков миллионов евро. В этом году нужно найти как минимум 100 миллионов.